Маша, попробуй, пожалуйста. Да это не страшно. Но вашей просьбе я отказать не могу. Пожалуйста, милей. Очень просто. Вот двумя пальцами. Вот эти две клавиши попробуйте нажимать по очереди. Александр Серебров в 1958 году окончил 7 классов школы номер 14 города Кирова. В 1961 он серебряный медалист Московской школы номер 36. В 1962 поступил в Московский физико-технический институт МФТИ, который успешно закончил в 1967. Инженер-физик остался в аспирантуре, которую окончил через 3 года. В декабре 1974-го защитил кандидатскую диссертацию. В августе 1976-го Александр Серебров пришел на работу в НПО «Энергия». Участвовал в разработке и испытаниях космической техники. 1 декабря 1978-го Александр Серебров был зачислен в отряд советских космонавтов. Прошел полный курс подготовки к полетам на космических кораблях типа «Союз-Т» и орбитальной станции «Салют». Первый раз в космос Александр Серебров полетел в августе 1982 года борт-инженером кораблей «Союз-Т-7», «Союз-Т-5» и станции «Салют-7». Это был первый смешанный экипаж в истории космонавтики – Леонид Попов, Светлана Савицкая и Александр Серебров. Члены миссии посещения неделю работали вместе с космонавтами первой основной экспедиции орбитальной станции. Экипаж вернулся на Землю на «Союзе Т-5», оставив на орбите свой корабль «Союз Т-7» для космонавтов Анатолия Березового и Валентина Лебедева, которые остались работать на орбите. Второй полет в конце апреля 1983 года Александр Серебров совершил с Владимиром Титовым и Геннадием Стрекаловым как космонавт-исследователь корабля «Союз Т-8». Успешного выполнения программы и благополучного возвращения на родную землю. Программа полета не была выполнена. Из-за неполадок в системе сближения космонавтам не удалось произвести стыковку со станцией «Салют-7». Экипаж был вынужден вернуться на Землю досрочно. Во время своего третьего полета Александр Серебров работал в космосе вместе с Александром Викторенко с 6 сентября 1989 по 19 февраля 1990 года. Он был борт-инженером корабля «Союз ТМ-8» и станции «Мир». Серебров по числу выходов в открытый космос занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Космонавт, прикрепленный к станции одним лишь тросом, парил над планетой 10 раз. Однажды это крепление отстегнулось. Вновь зацепиться удалось в последний момент. Позднее он шутил, что мог бы стать первым живым искусственным спутником Земли. Именно Александр Серебров более 30 лет назад первым провел испытание космического мотоцикла, приспособления для свободного передвижения космонавтов в безвоздушном пространстве. Закончились измерения. Подхожу. Да, давай подхожу. Подхожу. На экономичном? Да, на экономичном. Сейчас вот подтормаживаю. Ребеночка включена. Что у меня с первым, с этажом первым? Так, вот выхожу в двор. Четвертый полет совершил с 1 июля 1993 по 14 января 1994 года борт-инженером корабля «Союз ТМ-17» и станции «Мир» вместе с Василием Цыблиевым и Жан-Пьером Энтьере. Космонавты наблюдали за тем, как действует на организм человека невесомость.
Объектом исследования стали и потоки рентгеновского излучения, идущего из космоса. Крупно можешь показать шкалу? Александр Серебров вел детскую передачу «Уроки из космоса». Мы находимся на борту орбитального пилотируемого комплекса «Мир», который имеет вот такую сейчас конфигурацию. В рамках которой были показаны научно-популярные фильмы «Свойства жидкости». Вот несмачиваемый шарик из пластилина. Ну-ка, будет с ним взаимодействовать или нет? Эй! Вы думаете, так просто? По невесомости водули? Электричество и магнетизм. Механика. Значит, шарик надо толкнуть, чтобы он качался, да? От сюда обратно, сюда обратно. А вот он почему-то ведет себя не совсем так. Вот он толкнет, и вот он так себя ведет. География, ожившая карта. А на самом деле, когда смотришь на Землю, со стороны голубые реки встречаются очень и очень редко. Озера тоже бывают разных совершенно цветов, от красных до бирюзовых. Но, конечно, попадаются и голубые. Мир невесомости. Вот они висят. Я толкаю вас. Одинаковые усилия. Вместе с японским писателем Дэйсаку Икеда написал книгу «Космос, Земля, Человек. Диалоги». Александр Серебров – офицер французского ордена Почетного легиона, кавалер ордена Народной Республики Болгарии первой степени, автор 20 научных трудов и 4 изобретений.